никаких моторов красивой девушки. Мы не на гонках, а на съемках нового телевизионного проекта «Ростов-Дорис». Если вы о нем не слышали, мы расскажем, что это такое и когда смотреть. А поможет мне главный человек на съемочной площадке, режиссер. Здравствуйте. Не могу не спросить, о чем кино. Здравствуйте. Кино о молодежи, о ростовской жизни, о ребятах, которые стали друзьями буквально за сутки, и о том, как происходят вот такие вот масштабные движения. Но слезы, любовь, все это будет? Конечно, будет. Любовь будет, слезы будут. Но самое главное в этом сериале – это как рождается дружба. И актеры все из Ростова или есть приглашенные звезды? Большинство актеров из Ростова. А главный состав, то есть актеры первого плана – это все ростовские ребята. Но приглашенные звезды будут, это пока что остается тайной. На каких площадках проходят съемки? Только в Ростове или за его пределами? Съемочные площадки у нас весь Ростов. Это кафе, это клубы, это улицы, это вот такие заброшенные локации, это загородние сцены, если так можно выразиться. Будет много экшена, будет много драйва, и главное, то, что вы увидите, это отношения между людьми, как они рождаются и как они протекают. Мне вот интересно, тебе ни капельки не стыдно? Или крутым парням все по барабану? Каким крутым? Не мсти его самолюбию. Это не крутость спать с двумя девчонками так, чтобы они об этом не знали. Это комплекс неполноценности, вот что это. В любой картине есть положительные и отрицательные герои. Вот Виктор главное лицом. Вы, собственно говоря, герой или антигерой? Я, в принципе, как бы брутальный такой герой, который отображает, грубо говоря, колорит Ростова. И в сущности мой герой, я как брутальный тип, решаю постоянно какие-то проблемы с милицией, с сотрудниками милиции, проблемы с житьем, где жить, что делать. То есть все проблемы, какие-то там разборки. То есть я как наставник, я решаю все проблемы моих друзей. Все это отображено в сериале. Это очень трудный процесс. Потому что с утра встаешь, там, в 11 дня начинаются съемки, и бывают до 3, до 5 ночи. Ну, мы прикладываем все силы для того, чтобы получилось очень круто, чтобы был проект «Ростов-Дорис» запомнился навсегда всем. И будем очень стараться отобразить реально хороший колорит ростовского хорошего парня. На самом деле все здесь интересно, коллектив, очень интересные съемки, абсолютно разноплановые. Я играю героя Энтони, он лучший друг Кристины, хореограф. Ну, в принципе, как и в жизни, да, меня тоже зовут Энтони, я также танцую. И интересный очень сериал, я его буду смотреть все, абсолютно, вся Россия. Надеемся вас удивить. Постоянный такой трэш, это нереально интересно. Когда мы снимали, вот для меня лично было там необыкновенно, сцену с огнестрельным ранением, когда оператор лежит на полу, вот, и там показывается съемка снизу, как будто ты подбегаешь и начинаешь кричать. Это для меня было очень тяжело сделать. То есть я нагинаюсь, и передо мной лежит мужчина бородатый, да, я ему кричу: «Кристина, Кристина!» там. Просыпайся. Ну, вот такой каждый день. Ну, а к славе готовы? Я, да. Уже давно. Люди, которые были на кастингах, подобраны для этого сериала, абсолютно уникальны. Я думаю, вы это, в принципе, увидели. Все очень типажные люди. Я в сериале играю Дэна Дениса. Это человек, который очень амбициозный, который всегда решает все свои проблемы. Цель у него, в принципе, ну, такая в жизни, да, это достичь финансового благополучия. Ну, вот такой, еще он отражает колорит вот Северного Кавказа. Разгаре. Еще несколько недель материал отправится на монтаж. Но когда мы увидим полученный результат, пока не берется ответить никто. Все-таки 20 серий. Но вы обязательно смотрите «Ростов на ТВ» и будете в курсе.